Православные верующие отмечают крещение Господне. Многие жители Чувашии эту ночь провели у купелей. В республике, по данным МВД, более 30 тысяч жителей окунулись в Иордань. Крещенские купания продолжились и сегодня. У стен Свято-Троицкого мужского монастыря в этом году оборудовали 4 проруби. Всего же в республике подготовили 58 мест для массового купания. Только в Чебоксарах окунуться в Иордане решились более 3500 человек. Столько же горожан спустилось к купелям, чтобы поддержать своих друзей и родственников. Хотя в этом году у проруби сотрудникам МВД пришлось выставить несколько кордонов и организовать пропускной режим. Из-за резкого потепления накануне начала уменьшаться толщина льда, отмечают в региональном управлении МЧС. Толщина льда 25-30 сантиметров, только на юге у нас республики, в районе Алаторского, Порецкого, Шумерлинского района, там 15-20 сантиметров было. Но толщина льда позволяла безопасно провести мероприятие, все было хорошо. Силы обеспечения данного мероприятия – это и органы правопорядка, и службы спасения, и медицинская служба, МЧС, государственный инспектор по маломерным судам, инспекторский состав. Все были на местах.